Привет, друзья, вы на канале Кол Кубер. В ленте появилась какая-то новая акция «Мумитрогательная зима 2». Поскольку я был в ленте, покупал продукты, мне дали. И почему бы не снять видеоролик? Сегодня будет распаковка таких вот, получается, буклетиков. Я еще взял, получается, такой вот буклет. Тут написано «Мумитрогательная зима 2». Получите мини-фишки и подарки со скидкой с 30 декабря по 2023 год января. Тут такие вот фишки. Есть у нас бутылки, стаканчики, кружки и термос. Сюда нужно будет собирать фишки. Я уже одну прилепил. Давайте сейчас откроем и посмотрим, какая же там фишка и что там вообще внутри идет. Буду открывать аккуратно, чтобы ничего не порвать. Так, сама фишка, это у нас получается мумий. Это получается, она отклеивается и клеится на альбом. Вот такой вот прикольный мумий. В комплект нам положили татуировку. Ее так вот на кожу одеваешь и наклеиваешь. Такая вот у нас получается упаковочка. Давайте превьюшку сделаем. Давайте. Давайте. Раз, два, три. Оп, все, сделал превьюшку. И на превью поставим. Давайте откроем следующий пакетик. Это пакетик нам не порадуется, он пустой. Откроем следующий пакетик. В этом пакетике у нас попадается еще раз получается такой, как он. Напишите в комментарии, как его зовут. И такой вот получается портрет. Также татуировка. По-моему, они одинаковые, да? Татуировки или нет? Сейчас посмотрим. Да, одинаковые татуировки, но потом можно будет наклеить. Тут тоже уже все. Нет. Откроем последнюю. А, так она уже была открыта. Ничего себе, как лента поступает с покупателями. Короче, тут у нас что? Такая же картинка. И получается сам персонаж. В комплекте больше ничего не идет. Так, друзья. Еще у меня такой буклетик. А, я вам его уже показывал. Что это? Пленка от телефона. Так, в общем, такие вот, друзья, были буклетики. Давайте еще раз вам покажу. Первый буклет, второй буклет и третий вот буклет. Три наклеечки. Вот, и две татуировки. Еще такие вот картинки. Кто знает, обязательно напишите комментарии. Я обязательно прочитаю и поставлю лайк на ваши комментарии. Такое вот было видео, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.